Беспорядками завершилось воскресенье пропалестинская демонстрация в Брюсселе. Несколько десятков радикалов из числа участников шествия устроили потасовку с полицией. Стали бросать стражи порядка камни и бить автомобили, припаркованные на улице. Несколько человек были задержаны. Кроме того, в ходе самой манифестации участники жгли израильские и американские флаги. Организаторы считают, что палестинский народ оккупирован, а потому может сопротивляться любыми методами. Я могу себе представить мать детей, которые убивают прямо на ее глазах, и никто ничего не может сделать. Весь мир молчит. То, что делает Евросоюз и верховный представитель по внешней политике Эштон, просто позор. Их поддержка происходящего и равенство подходов, которые они демонстрируют в отношении Израиля и Палестины, будто речь идет об одних и тех же преступлениях. Жертвы и палачи уравниваются. Более скромная по численности акция прошла в Брюсселе и у израильского посольства. Сюда пришли те, кто поддерживает Израиль в его борьбе против террора и обеспокоен ростом антисемитских настроений в Европе. Мы можем видеть множество проявлений антисемитизма. Мы слышим выкрики «Смерть евреям» и на улицах Антверпена, и на юге страны. Мы никак не можем с таким согласиться. Участники этой акции уверены, что в конфликт с Хамас Израиль был втянут против своей воли, а так как это государство – единственная демократия, демократия на Ближнем Востоке, Европа просто обязана оказать ему свою поддержку.